Здравствуйте, уважаемые геймеры и модостроители! С вами Бертольд Африканцев, и это 22-я часть урока о создании нового оружия для Far Cry. Создаем мы с вами нож, и этим ножом мы собираемся заменить мачете. В этой части мы подготовим скрипты для экспорта нашего нового оружия в игру. И поскольку оно заменит мачете, мы возьмем скрипты из мачете и немного их подправим. Итак, давайте приступим. А теперь нам необходимо достать все основные скрипты, относящиеся к мачете, и применить их к ножу, с учетом того, что нож будет называться Мачете 1. Но сначала нужно создать папку и назвать ее Scripts. В папке Scripts создать папку, назвать ее Default. В папке Default создать папку Entities. В папке Entities создать две папки. Одна папка pcaps. Все буквы в вышнем регистре. И папка weapons в вышнем регистре только W. Теперь идем в Far Cry. FCData. Scripts pack. Открываем 7-зипом. Открываем скрипт и достаем файлик класс регистре Lua. Открываем этот файл. Здесь Ctrl-F жмем. И все, что относится к мачете, вот здесь сюда нужно вписать мачете. И искать все, что относится к мачете. Итак, вот мы видим пикап, мачете, и там, где мачете, ставим после слова мачете цифру 1. Здесь мы меняем порядковый номер на 501. Это индивидуальный номер нового оружия. Он должен быть отличным от индивидуальных номеров всех других оружий. Дальше ищем мачете. Вот мачете. Ставим тоже 1. И больше здесь нет ничего, что связано с мачете. Сохраняем этот файл на рабочий стол. Ставим здесь впереди двойку, сохранить. Вот он сохранился. Предыдущий файл удаляем, а в этом в названии убираем двойку. И подгружаем в папку scripts. Идем в Far Cry. FCData. Scripts pack. Scripts. Default. Entities. Pickups. Достаем пикап мачете.
открываем Ctrl F, ищем все, что связано с мачете. Ну тут мало, вот здесь добавляем единицу, дальше здесь добавляем единицу, мачете один бинт тоже единицу, а вот там, где саунд, там не надо добавлять единицу, потому что это путь к звуковым файлам, их мы пока менять не будем. И вот здесь вот пикап мачете добавляем единицу. Сохраняю и называю пикап мачете 1. Вот он появился, этот файл. Открываю папку scripts, default entities pickups и подгружаю туда этот файл. Теперь идем в Far Cry. Fcdata, scripts pack, scripts, default, entities, weapons. И достаем файл мачете. Открываем. Жмем Ctrl F. И здесь то же самое. Ищем все, что связано с мачете. Здесь добавляем единицу. Далее. Здесь тоже единицу. Далее. Здесь тоже единицу. Тут единица. Тут единица. И тут единица. А здесь связано со звуком. Там, где связано со звуками, мы не меняем. Здесь тоже связано со звуками. Тут не меняем. Здесь меняем. Единицы здесь. И здесь добавляем единицу. Здесь тоже добавляем единицу. Больше нету здесь слов мачете. И я хочу обратить ваше внимание вот на этот подраздел. Вот этот вот. Fire. Fire, это мы знаем, что это атака. У нас было санимировано три вида атаки. Если мы посмотрим здесь вот в папку мачете, то в оригинальном мачете есть тоже три варианта атаки. Но в скриптах здесь всего два варианта, и то один закомментирован. Поэтому в игре мы видим только один вариант атаки, вот этот Fire 2. Исправим это и сделаем так, чтобы наш нож использовал все три варианта атаки. Во-первых, раскомментируем, уберем вот эти черточки. Теперь я скопирую название атаки и вставлю. И нам не хватает. Здесь вот есть Fire 1.1, Fire 2.1. Нам не хватает Fire 1.2. Вот так вот я исправил. Сохраняю. И меняю название на мачете 1. Сохранить. Предыдущий файл я удаляю. Открываю scripts, default entities, weapons. И подгружаю сюда этот файл мачете 1 Lua. Опять идем в Far Cry. Fcdata. Scripts pack.
scripts, default entities, weapons и достаем файл weapons params. И то же самое здесь. Ctrl F и ищем все, что связано с мачете. Ну, здесь закомментировано, здесь в принципе можно ничего не менять, но все-таки на всякий случай поставлю единицу. Дальше. Здесь обязательно единица. Дальше. Единица. Дальше. Единица. Дальше. Единица. Дальше. Так. Теперь вот в этом месте все закрываем. И можно сохранить. Добавляю двойку. Сохранить. Этот файл удаляю. Здесь убираю двойку. И подгружаю weapons. Опять идем в Far Cry. Scdata. Scripts pack. Scripts, default, entities, weapons. Достаем weapon system. И также Ctrl F. Ищем слово мачете. Вот мы его находим. Ставим единицу. И здесь меняем 13 на 501. И откуда эта цифра взялась, 501? Она может быть любой, эта цифра, это число. Лишь бы оно отличалось от всех остальных чисел, которые связаны с оружием. То есть число должно быть уникальное. Так, дальше ищем. Здесь меняем. Дальше ищем. Больше ничего не находим. Сохраняем. На рабочий стол добавляем двойку. Сохранить. Удаляем предыдущий файл. В этом убираем двойку. И грузим в папку weapons. Теперь открываем директорию с Far Cry и подгружаем в нее эту папку scripts. Итак, дорогие друзья, скрипты готовы и можно экспортировать наше оружие в игру. Но этим мы займемся в следующей части этого урока. А сейчас я с вами прощаюсь и желаю вам всего самого наилучшего, здоровья, успехов в моделировании и модостроении. С вами был Бертольд Африканцев. До новых встреч, друзья!